Музей Победы и Российское информационное агентство ТАСС подписали соглашение о сотрудничестве. Его целью является развитие информационного партнерства в образовательной, исторической и культурной сферах. Момент действительно исторический. Директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул важность дальнейшего и плодотворного сотрудничества. Музей Победы уполномочен заявить, что в лице нашего учреждения культуры вы имеете надежного партнера в деле сохранения исторической правды, исторической памяти. И дай Бог, наше сотрудничество будет продолжаться долго и долго. Обозначил главную цель партнерских отношений с Музеем Победы генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Позвольте с самого начала от имени коллектива нашего агентства поблагодарить Александра Яковлевича Школьника за то сотрудничество между Музеем Победы и нашим агентством, которое наблюдается в течение нескольких лет. Я отмечу, что любой проект, любой наш совместный проект, за который бы мы ни брались и не осуществляли, он обязательно и неизбежно касается главного – сохранения исторической памяти. Совместными усилиями в Музее Победы открылась фотовыставка «Этот город наш с тобою». Экспозиция приурочена к праздничной дате – 876-летию Москвы. На выставке представлено более 50 работ. Это фотоснимки, запечатлевшие столицу разных исторических периодов, начиная с 30-х годов и до наших дней. Авторы фотографий – фотокорреспонденты ТАСС. Какой замечательный творческий подход, что в 30-е годы, что позже, что тем более в наши дни. Без всяких приукрашений, без всяких гротесков, просто с талантом снят город, который однозначно был любимым у наших фотокорреспондентов всегда. И в 30-е, и далее, и, конечно, сегодня. В экспозиции есть и кадры, впервые представленные широкой публике. К примеру, снимок разрушенного в советские годы храма Христа Спасителя. Я думаю, что эта выставка будет интересна и с точки зрения историографии, и, конечно, с точки зрения воспитания патриотизма, отношения любви к нашему главному городу, нашей страны, который процветает день ото дня. Соглашение о сотрудничестве Музея Победы и информационного агентства ТАСС – важный шаг для укрепления отношений, направленных на защиту исторической правды.